Нахуй иди. Продолжаем. Иду Говори или нахуй. нахуй иди. Ну вот, иду нахуй, да. Пусть шел, нахуй пошел. Да, ну так вот и живу. Давай, удачи. Так вот, я начну что-нибудь говорить о Борейке, там что-то начнет подзвездывать, и все такие, о, блядь, ну да, я начну про это говорить. Ну давай, удачи. У тебя слишком длинные монологи, чтобы тебя не перебивать. Блять, ну мне не перебивать. Когда ты меня перебиваешь, я начинаю молчать. А когда я хорошо, начинаю хорошо. Говорить о Борейке, меня замутил, начинает проговорить параллельно вместе. А, ну, это логично. Ну это, кстати, кайфово. Да нихуя это не кайфово. Я вот почему? Мутить круто, ты что не знаешь? Я вот не мутил, мне потому кажется. Потому что я-то его слышу. Я-то его слышу, я-то, блядь, не могу говорить. Так, я же его не мутил. Еще по уважению к вам, потому что если я его замучу, значит, и здесь у вас тут, блядь, в конфе начнется полная ад. Я говорю, он говорит, нихуя ничего не понятно, но нет, нет. Есть такая. Ну и это, как бы, принимаем. Есть такая. Мы принимаем. Ну вот, поэтому Борейка нормально. Так, ладно, я ставлю. Сейчас я перезайду с чистякам. Ставлю MC. Так это, с 13 числа то есть стрельба флаг будет проходить. С 13, ну, может, 13. На хамбе? Не, в Uplay вроде. Окей. Ща я зайду. Так, это вроде последняя машина. Кран, кстати, не в кран из неба растет. Не помню, в GTA San Andreas можно было вертикально вверх посмотреть, по-моему. Ну, а смотрим, впрочем, и что теперь? Просто шел. Кей сказал. Фу. О, я инфорсер тебе заказал. Инфорсер. Все, замечательно. У меня никнейм русскими буквами написан. Теперь могу машину в доках заказывать. Нет, английскими. Уверен, что это английскими. Потому что я услышал. Эй, это же Фриман, давайте-ка за ним, возьми аптечку. Услышал из него. Да? Я услышал, да. О, появились. Смотрим. Рина, Фубрикар, Форсер, полиция, бараки, амбулансия, парка. Ну, так я, конечно, не знаю. Возьму фабрика. Стоит сейчас идти смотреть кинцо или нет? Ну, да, стоит, да. Ну, смотря сколько стоит, конечно. Вот сколько стоит. Кто, кинцо? Ну да, конечно, да. Но все не остатины. Ну как бы тут два варианта. Либо вот сейчас посмотреть кинцо и спать, либо посидеть те же два часа. Так. Перед кампом и пойти спать. Ну это сложно. Ну да. Меня тут не силен. Не силен, как и среди нас. Остался последний. О, второй остров открылся. Че, все, дом сгорел? Нет еще. Нико, Белик. Нах, пошел. Поезд ушел. А я эту машину уже не могу прикрасить. Обмой. Не, ну борода еще больше, короче, кроме. Что-нибудь какая-то синенькая. Да, что ты предлагаешь? Не знаю, я хочу тебя выслушать. Вакфу. Ты предлагаешь, ну смотри, есть вакфу, есть Перл Найт. Найт. Можно пойти посмотреть кино. Real nice. Можно посмотреть кино. Можно через 2 часа лечь спать. Ну можно через 2 часа. Можно через час лечь спать. Нет,
Я про такое, я просто думаю сейчас Rainbow Six скачать, и я думаю, так, то, что я все на в нее поиграю один разок, как бы. Один разок, правильно думаешь. Но... Как ты хочешь в нее играть? Правильно думаешь, блин, один разок. Я не знаю, я пытался в нее играть 4 раза, то сейчас, но 4 раза получилось, максимально сколько я игр сыграл, это, когда я установил максимум, это было игр 10, я ее потом удалял. Через, ну, наверное, правильно, не играл, никто больше и не играет. 10 ну, игр нет, в Rainbow Six, это, блин, целых сколько? Пол, это целых 30 минут, ёст твою мать, нихуя. 30 минут играл? Не 30 минут больше, но... На сегодня? Игр 10 игр. Что-то долго. Ну, пара матчей. 30? Нет, смысл, 10 матчей, это не 30 минут. 10 матчей там побольше. Вот. Ну, 15. Нет, блять, ну может 15 матчей, но я не знаю, блять, ну не очень много, я вот в итоге где-то 10 играл, ну гений, все, и удалял. Я не знаю, просто ее сейчас качать, я не знаю. Блять. Но она весит 60 гигов, она сейчас потребует, 60 гигов на диске. Типа, да, нам что сказать? 60 гигов, кстати, я сейчас реально посмотрю, сколько она весит. Если как бы 10 гигов качать, то можно, если... 10 гигов, хуя. Короли контента, Ubisoft. 10 гигов сейчас, конечно. Ну, я сейчас проверю, сколько. Я думаю, последний раз был где-то 17 или 20, вроде. Угу. 2 гигабайта. Ваня, сколько там чек? Я без понятия. Я не сильно сыплю. Как насчет Neverwinter? Онлайн? Можно. Можно монтаж. У меня стоит. Разве в четверке не было возможности скипать поездку, если миссию провалил? Я же тебе говорил, брат, что нет, играл в Neverwinter. Ты должен... Нет, а? Где? В смысле, была возможность. Кто играл в Neverwinter? Не предложили. Я. Возможно, когда? В этом. А может быть, просто проходил. Миссия не позволяла. И я играл в этом. Да не, по идее. Какие еще новости? Тогда баг. Но я потом что-то прекратил. Потом я захотел поиграть в... Потом... 20 years of Massive. Фига себе. Призака. Я не знаю, я же... Хотел... После GTA в Underhill пойти. Там... До скольки ты вчера играл? До 6, наверное, да. До 7. Это серьезно. Но там самое интересное сейчас начинается. Там начинается самое выживание. Вчера так не говорил. Нет, самое выживание, оно закончилось, но сейчас. Да. Тоже. Так. Ну, в общем. Не особо я... просто. Мне есть Assassin's Creed. Мне интересно разобраться, как система со спауном зомби работает. Третье. Потом закрыл. Assassin's Creed, кстати, здорово, можно будет, да, поиграть нам вместе. Первый. Первый? Первый, да. В смысле, там нет мультиплеера, или? Ну, как старый добрый, я на своем компьютере, ты на своем компьютере. Вау, я прыгнул сюда, нихуя себе ты, блядь, а я прыгнул сюда. Ебись ты, фраг, куда же ты прыгнул? Ой, выбрать компоненты, требуется 50 гигабайт, немного нашего на жестком диске. Блин, игра весит как GTA 5, а контента в ней больше в 10 раз, сразу же? Да, да, контента там больше в 10 раз. Одни текстуры чего стоят? Одни текстуры только. При этом стол не только с низкими текстурами играл. Нет, это низкие, это еще низкие текстуры, это не высокие. Это низкие? Мне кажется, если бы... Если бы там были только настройки, серьезно? Которые у меня стоят. Файт за пала. Роу, роу, файт за пала. Кстати, не забудь скачать HD текстурки и 4К. Да, мой видеокарт прям же... Я, кстати, не нашел, где скачивать эти текстуры. У меня компьютер скорее улетит в окно, чем начнет запускать 4К. Слушай, а может еще это, блин, на кризис 3 запустить?
Вот это вы, знаете, вот вы так смотрите, короче, запускаю Rainbow Six Siege на 4К в ультрах, короче, на всем вы смотрите, короче, и по новостям передает. Сейчас неизведанный предмет совершил полет в космос, как бы, вот. Там летит. Вот, он набирает, сколько там, 20 футов, 30 футов. Популярность в интернете. Вы смотрите, такой горящий, какая-то хуйня вверх летит, блядь, вы что-то за херня, начинаете пинуть, присматриваться, там что-то увеличительное, видите, мой компьютер, он такой, уии, блядь, улетает просто в небо. Ну, пиздата, Вован, походу, Rainbow Six запустил, а такой, да, пацаны, запустил. Хорошо. Да, пацаны. Хорошо летит. Таким, блядь, нормально. Ну, в принципе, если бы ты запустил... Кенни Петрович. Чё вы там? Да, Кенни Петрович. Если бы, да, запустил бы Кенни Петрович на своем компьютере, на ультрах, он бы летел бы быстрее. За Кенни Петрович, по-моему, надо было в онлайне миссии подходить. За Кенни Двор. Мне больше всего понравилось South Park и минимальное количество оперативной памяти 8 гигабайт. На South Park, да. Во втором. 8 гигабайт. 8 килобайт? Ну нет, Вань, ты представь себе 8 гигабайт оперативной памяти и South Park. Когда уже Tetris выпустит на максималках? Не, посмотри, South Park и 8 гигабайт оперативной памяти. Вот это что было. Еще раз, пацаны, 8 гигабайт и South Park. Так у Романа быстро пузо выпустит. Пизда. Понимаете, да? Да. Какая хорошая оптимизация у Ubisoft. Шикарно. Мне кажется? Я считаю, да, это прекрасная оптимизация. Шикарный. Тебе что-то не нравится? Да, я считаю, это самая лучшая оптимизация в мире. South Park и 8 гигабайт оперативной памяти. Мне кажется, Crysis 3, блядь, меньше требует, чем South Park, блядь. Сколько? Посмотри. Так, я сейчас и скажу, сколько требует Crysis 3. Рекомендуемый системный уровень. Как самолет не то управляется. Нет, на это не нужен жестик. Я вал 2 штурмовик летал в жестик. Это был жестик? Я тебе говорю, рекомендуемый системный требования Crysis 3. Я не помню, он, по-моему, сдох. Какая же 4 гигабайта оперативной памяти, двухъядерный процессор. На нем не работала только эта кнопка. Видеокарта с 1 гигабайт. Кнопка Vibro. Пик-стик. Пик-стик. Понимаешь, да? Города? А теперь я открываю настройки South Park и стиков вчера. Сейчас бы нахуй слушать все еще, я хуй. А, нет, не стиков, что Fractured Bad Hole. Fart of the Cock. Биг барабум. Бомбородик. Да, объявлены системные требования. Дик-дик-дик. Эй, доктор Дик. Не очень убедительно, я вот сейчас просто вот... Мистер Кок и доктор Дик. Надо вот именно зайти вот на официальный сайт Ubisoft и оттуда найти системный требователь. Я лечу, лечу. Отлично. Сейчас всем приспичило мне в одно время позвонить, и Ромат палец мне теперь показывает. А палец Романа же уже в попке. Да. Я уже побой. 4 человека. Эй, Ника! Эй, Ника! Ника! Смотри, смотри, борода, смотри. Что смотри, что? Посмотри, вот это рекомендуемый системный требование. Помоги, пожалуйста. Рекомендуемый требование Crysis 3. Видишь? Что ты сделал? Почему дерево? Что с деревом? Какое дерево? Почему? Застрял, что ли? Прыжок, видишь, как он не смотрит. Аааа. Отловок, блин, нафиг. Мне нужно до земли докатиться. Теперь это... А это рекомендуемые системные требования South Park. Не-не, сори, Андрей, я тебе скинул первые системные требования. Блин, это же выжил. Crysis 3. Первый это Crysis 3 рекомендуемый системный требования, а второй это рекомендуемый системный требования для South Park, который дошел еще просто не смотрел.
у меня самолет! Ну, погоди. Прикол горит. Сраму. Сразу видно, да, что Ubisoft графику сделал в два раза лучше, чем Crysis 3. Вот, сам спад пошел. Не поел курица. Ты же не брал, не поел курица. А еще из-за того, что меня поезд сбил, я потерял. Надо... Вот сейчас я тебе что покажу. Какого года. Я даже мем создам. Давай, мимо. Мимо это модно. На мема.ру? Или на демотиватора.ру? Нет, вручную какой-нибудь мем создам. На антифейк. Шрифт, если что, импакт. На импакт, да, шрифт. Это я вообще две картинки скину. Пизда. Так. Шрифт, если что, пизда. Имею в виду. Пидор при этом пизда. Да, вот, я нашел. Что? Отлично, вот это то, что у меня не было. Я думал, что их брюка это было. Я с Андрес. Это Андрей, смотри. Смотри. Вот, я сейчас кину. Вот вот это то, что я скидывал выше. Это вот Crysis 3. Вот, смотри. Вот это Crysis 3. Да? Пизда. Ну да, ну нет, это говно по сравнению с тем, что сейчас скину. Игре а уже там вот тяжелый нас. А вот здесь вот сейчас. Вот здесь, что снова. Достижение открыто. Ну сразу смотри. Чем это? Ты... Затрахани? Смотри, Андрей, вот. Достижение пин Windows. Да, ссылка. Сразу ссылка от GTA San Andreas. Андрей скинул. Вот сразу видно, что разработчик это. Блин, да. Работа не идет на графике. South Park сразу видно, на них ехать. Пипец. Да. Хорошо, да? Подожди, а что с Андреас будет? Это вырезанный контакт там. Скандал был. Да. Это когда рекомендуемые системы требования уже быстро. Ну чё, борода, посмотрел? Нет, конечно, я еще не посмотрел. Как я могу посмотреть? Действительно, как ты можешь посмотреть? Стаунтон. Сразу видно. Да, ну, целых как графон Ну сравнил игру богов, конечно, да, на какой-то крайней случай. Ну да, сравнил. Да, богов, да. Сразу. Интересно, они камеру вручную расставили? Мне интересно, Ubisoft работали слепые? Интересно. Наверное, Ubisoft работали люди, которые умеют писать хороший код. Ну, и Ubisoft работали люди, которые учились с подгасом. Ну, и тогда понятно, почему такая хорошая дата. Ну, сразу видно, потому что они старались над ее разработкой, я прям вижу, как они по теме сидели. Через сам забед написал. Пишу игры сам забед. Да, в Neverwinter есть данж? Да. Нет, там вообще ничего нет. Нет, нормальные миры. Да, есть. Нет, там привык. Вообще бы я с Кулебяка пошел, конечно, в Warcraft, но он что-то супер постоянно занимается какой-то дичью. Когда я спрашиваю, ты точно пойдешь, он начинает вещать, такой меня мутит, блядь. Да, он мутит, да. Воду. Сдупал уже. Я хочу раз нормально тут пойдем. О, Ваня, а нас... Торможем. Можно с тобой пиратку, спиральку начать. Не, пиратка я не хочу играть в Warcraft. Спираль. Не может. Не хочет. Что же за человек такой?
тем более, скорее всего, Вань начнет на четвеньке играть, а я не. Ну да. А что, ты фандарю хочешь? Ну, вообще, да. А может, ляпаса? Не знаю, на самом деле, с разнообразием того, что сегодня есть, я не вижу смысла играть по крафту сами. Как минимум. Как минимум, если учесть, что личкинг я прошел. Прошел? Ну почти. Почти прошел. В смысле прошел? Ну, финальный данж мы не проходили с тобой, но. Ну, финальный данж не прошел. Нахуй прошел. Ну, мы много этих прошли. Да, много чего не сделали. Ну что, давай их составить, что-то не знаю. На чем мы там вообще остановились? Мы остановились на том, что мы дошли до 80 уровня. Пизда. Рили? Да. Последний раз второй, да? Ну, во всех. Ну, вот опять. Ну, там же X5. Жигай, Брейкопик перехватил мою тему. О, у меня там Брейкопик. Да, перехватил, вот. Да. Там X5, там не обязательно собираться. Не помню. И мы реально остановились на том, что достигли 80. Как давно мы его в сиркл играли? Кто сейчас увидел, сколько у меня пакетов было, я не понял. Сейчас скажу. Ваня, а если ты я поднял или нет? В Elder Scrolls, ну, а сейчас поднял. Алло, Ваня. Что? Если я куплю в Elder Scrolls, короче, вообще не помню, как играть. Нет, я не буду в нее играть, не буду. Точно не будешь, да? Ну, значит, нахуй она не нужна. Я согласен. А где ты пакет поднял? Я заехал в этот дворик. Андрей, ты видел? Ты можешь сказать? Ты сейчас мимо самолетов проезжаешь. Да блин, а ты перемотать не можешь? Ладно, не важно. Забейте, короче, хим. Я потом посмотрю. Это не сильно важно. Ладно, хорошо, вот если ты сам скачаешь, я могу смотреть сам. Че? А вообще надо попробовать онлайн какой-нибудь бутяшки неофициально. Сам? Я считаю. РП сервер. Ну, я считаю, нужно вообще РП онлайн, конечно, возобновить. Родители. Мы так что это обговорили. Сказал, что не будешь в него играть, да? Почему? Потому что оно очень интересно. Слишком. Очень интересно. Ну, примерно как с остальными мои игры, да, я прав? Но чуть более интересный, конечно же. Чуть более? Потому что тест? Да. Или потому что там есть слово онлайн? Я бы сказал... я сейчас говорю... Точнее, просто как бы... Да, я озвучил. ...не скидку. Просто на тест того будет скидочка. Я просто хочу, чтобы что-нибудь подтвердилось. Байху. Главное сейчас не перевернуться. Просто это как бы точно не Overwatch. Что значит точно не Overwatch? Overwatch очень серьезная игра, между прочим, ты что, не знал? Что там серьезного появилось? Ну, На самом деле я бы уже не играл. Так и за не знаю, блин, просто я не знаю. Ну ты хейтишь Overwatch, я считаю. Такая здоровская игра, и в ней много всего. Там в Моровинде добавили возможность мультиплеера. А можно стрелять, там можно бегать. А, стрелять можно? Можно бегать, стрелять. Там много классов. Ты же не видел нас классов? Много классов. Ты же с момента, когда ты герой, она убивает еще более прежде. Что? Героев много, когда я больше муравей. За сколько героев? 72 героя. Нет, я говорю, сколько добавили после. Сколько кого добавили? Понял. Мастер Бус. Блин, страйдеры ебаные, они стреляют очень громко. Они стреляют так у меня. Как трейсер почти. Я еще раз говорю, я спрашиваю еще раз. Сколько бы ты героев новых, что играет вообще? О нет. Бля. А я точно могу считать. Больше не помню. Донфис, Мойра. Сколько еще? Сколько героев вышло после релиза Overwatch?
Сомбра, Анна, Ариса, Трейсер. Не, она была. Трейсер, Фара, потом еще Турбо Твин. А, да. Одного героя выпустили за 2 года. Нет, за 3 года. Да? Ты что, разве но ты не слышал новость? Они добавят 1 миллиард новых героев. Это будет ММО. Блин, это прям так. 16-24 мая она вышла официально. Пони. Какой год? 14? 16 мая. 24 мая официально. Это успех, я считаю. Ты слышал, в нее играет 10 человек? У нас уже скоро 2018 год будет. Когда 24 мая, когда мы пройдет уже сколько? 2 года с момента этой игры. И там всего добавили два персонажа, скорее всего. Да, Майра, Рис, Сумбра. Ладно, пойду я приляжу. Ну давай, приляж. Давай. Чё, как бы? Спина мягкая. Я считаю, что очень много персонажей. Он был просто сведён по развитию моей игры. Я прям пишу. Новых скинов очень много, я тоже вижу в этой игре. Не, просто я чего-то не понимаю, мне кажется. Мне кажется, смысл... Мне тоже кажется, что я что-то не понимаю. Там есть очень интересный лор... Что, доктор есть такой. Очень интересный доктор? Есть очень интересный... Да, доктор. Лор. С сиськами? Доктор лор. Ух, горлонос. Я спрашиваю, что? Я шланг. С сиськами, с латексом? Не знаю. Если он запущенный, я не догадался раньше. Но... Если что этот грузовик такой мощный? Значит, не Overwatch, к сожалению. Что? Надо, чтобы только был латекс и сиськи. Они там по-другому ничего не умеют, мне кажется. Там везде один латекс. Обязательно где-то надо поставить. Что мне определяет, что там сиськи. Как выглядит мол? Знаешь, убийца, маленький сиськ с разрывом системы. Убилище, значит, все правильно. Разрыв, шибный и... Сразу добра, не знаю, у них там ничего другого, но это память, как они понимают. Я не понял, Тёмыч, если ты смотришь мой стрим, то почему ты не отображаешься в списке? А я со своего канала ретрослесс смотрю. А, ну, даже там уиль можно даже сейчас купить на плати.ру за 370 рублей, что это нормально. Может быть, за 2 рубля? Не, борода, ты же хочешь купить? Чего? Не знаю. Ну, это нормально. А чем вообще смотреть GTA 3? У меня просто слева не отображается, что 68 ведет трансляцию. Борода, это ты как платить? Кого? ТС онлайн. ТС онлайн? Зачем платить за ММО? Напомни. Ну, не знаю, может быть, потому что хорошее ММО, да? Что хорошее ММО? Я не уверен, что это хорошее ММО. Она, конечно, с виду интересная, но я уверен, что она наскучит. Да? Первые я еще Бивен не прошел, я боюсь, меня не пустят в ТС онлайн. А если про Моровинг я вообще молчу. Он есть, но... Как часть называлась до Моровинг? Арена? Доггер? А у нас Neverwinter в стиме? Neverwinter, да. А она у тебя установлена? Да. А ты идешь вместе с ним? Ну, могу, конечно, ходить. Кармон гейм. Только Страйдер вот упал просто с 6 патронов, как изичная девочка. Там, серьезно, 208 гигабайт почти, мне кажется, это патронов что-то много вообще. Сколько? 100 гигабайт. Там лаунчер. Ну, кстати, это сама ну, понятно. Еще че? Забыл свои слова, брода? Что еще раз? Я Вовану говорю. И, короче, ой, с лаунчером. Все понятно, это игра. Если бы... Ну да. Если нет бы... ни одной хорошей игры с лаунчером. Я взял, можно. И, нет, по-моему, я сказал, что лол исключение. Потому что я ее взял и не смысл там работать. В принципе. Потому что там квесты какие-то неправильные. Исключений нет? Нет, это же красиво. Нет, это лол исключение? Тем более чем. По-моему, я сказал, что лол исключение. Да, правда. Ну хорошо, то есть... Если что-то скучно, то начинает играть РП. Что? Neverwinter — это не исключение.
Neverwinter, ну не знаю, надо подумать. Нужно узнать твой отзыв об игре. Ну скажи, а зачем играть в скучную игру? Зачем? Блять. Зачем играть в скучную игру? Вот как бы вопрос у меня. А я тебе предлагаю просто пойти в отличную. Куда пойти? В отличную игру. В отличную или скучную? Я сейчас играю в GTA 3 и мне не скучно. А если я приду в тест онлайн, мне будет скучно. Зачем мне идти в тест онлайн? Прекрасно, знаешь, как она называется? Ну-ка. Сурвариум. Сурвариум? Но я играл недавно, хорошая игра, да. В смысле недавно? Ты чё, блядь, недавно не играл, серьёзно? Ну серьёзно, ты ещё спрашивал, нихуя себе. Ты ещё говорил, что нихуя себе, в Сурвариум играешь? В смысле, я с тобой играл в неё, мне это было не недавно, это было месяц назад, может, может, ещё больше. Может, в смысле, ну, это было кайфово? Тебе понравилось? Я кайфанул. Да, я говорю, пошли. Серьёзная игра. Нужно относиться к играм серьезно, считаю. Ну да, пойдем еще неделю назад. Стоим, сейчас играем в сервере. Ура, блять, нахуй, наконец-то. Че, правда, пойдем в сервере? Куда сыграем? В сервере пойдем. А может быть мы пойдем сыграем в Half-Life 2 Update? Стало совсем немного. Ты что, предаешь сервере? Почему? Что? Кого предают? Сурвариум. Что с ним не так? Ты Half-Life 2 предлагаешь. А как можно предать Сурвариум? Ты что? Ты серьезно играл? Как же я оказываюсь предать Сурвариум? Подожди, Тёмыч, такой вопрос. Что? Почему ты неделю назад прицел слова по-серьезно, ты честно начинаешь это говорить? Не понял. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Я только что сказал, что я не имею. Только что имеешь в виду? А я что сейчас делаю? Точно, я играю в Half-Life 2. Кстати, а чем отличается дополнительная Tomb of Annihilation? В смысле, внутриигровой контент. Это что-то типа Король Лич. Понял? А, ну там новые данжи, да. Новые боссы. Новая локация, да. Новые игроки, новые да. Нет, а там да, данжи новые шмотки, да. Боссов интересных много? Боссов интересных, ну, знаешь, это как бы такая штука, когда ты уже макс левел, и ты такой играешь уже там месяц плюс, и у тебя там шмотки уже последнего уровня, и ты такой, вау, круто, я достиг успеха. И выпускает новое обновление, и ты такой, вау, есть к чему стремиться теперь. И идешь за новыми шмотками. Это же хорошо. Ну, как бы я докачался до последнего уровня, пришел туда, и там мне накидали за обе щеки. А, ну погоди, если сейчас начну. Блять, Райдер. Что я делаю? Если я еще скачаю, начну играть, что со мной играть, будешь? В смысле, заново? Ну блин, ну а как мне еще играть-то? Мне же не будет сразу последнего уровня. Ну, ну купи аккаунт. На платить. В смысле? А, понятно, пойду после. Что? Я понял. Тогда все понятно. Все хуево. Извини. Я не понял. А ты что думал, с тобой кто-то начнет в ММО с нуля играть? Я не понял. Алло. Прием. Алло. Алло. Привет. Как тебя зовут? Да это ГДС. Тебя зовут Ваня. Мое имя Вован. Твое имя Вован? Блять. Перепутали. А вот его имя тупой еблан. Сука, хуй он оттуда вылазит, ебучий страйдер, блядь, доебал. У, сука. Имя нашего Вован. Сука. Алло. Да, алло. Что? Здравствуйте. Вован просто ушел во время разговора. Ну, я считаю, это несерьезное отношение. Мне кажется, его жена только. Так вот, что ты опять про серьезность заговорил? В смысле? Ну, ты понимаешь, что нужно быть серьезным, когда ты серьезный? Неделю назад. А когда ты несерьезный, можно быть несерьезным. Не, я только говорю, сейчас нам понимаешь. Неделю назад я говорил. На неделю назад я говорил, что нужно быть серьезным к играм. У тебя раз в неделю мнение меняется или как? Нет. А потом ты говоришь, нет, игры же это веселье. В играх не нужно быть серьезным. В играх нужно развлекаться и получать удовольствие. Ну. Да. Ну, что, разве не так? После этого ты перестал говорить, что там надо быть серьезным. Да. Нет, я такого не имел в виду.
Сейчас снова начинаешь так говорить. Нет, простите. Не нет. Понял. Нет. Но тут много что чего кто говорил. Хорошо, ладно. Ты помнишь, какие советы ты раздавал? Я а я помню. В смысле, хорошие? Ой, фотографировали? Запомните меня завтра. Я не понимаю, почему клановые машины не надо доставлять. Вроде где-то была такая миссия. Комиссия была. Блин. Да. Ой. Блин. В 2008. Я понял. Страйдер стреляет так, как ему хочется, а не так, как надо. Блин. Страйдер, уебучий страйдер. Воспользуйтесь этим из компьютера. Вау. Воспользоваться, значит, да? Воспользоваться только для хрен ради. Интернет-кафе 2. Вы в интернете, это главное. Вы в интернете? А вы? Игра так говорит. Звуки какие-то принципиальные. Ну игра, да, серьезная, считаю. Чик. Ну-ка, белик, собака и ты. Нет, блин! Так, секунду. Секундочку. Данные даже сейвит какие-то. Это
Что происходит? Что? Низ, все понятно. Перчатки, лизалка. Из России так, без любви. Слушай, так вот, когда ты, по идее, открываешь все острова, я так понимаю, ты можешь с ними знакомиться. Дженнифер, миссис Ренни, возьми меня секретарь. А там же написано, да, районе, где они живут? Или нет? Или да? Возможно. Я не помню. Место Олдерни. Да, написано... Да, написано. Ой, да. Что за хуйня? Но на первом острове, когда я пытался в кафе написать, им ни одна не ответила. Что это за хуйня? Который имя «Возьми меня»? Да, даже да. Я, по-моему, всем пытался. «Возьми меня» — это, по-моему, какой-то гей. Возможно. Написано «Нет». А, там так, есть кнопочка «Mail». «Mail to». Есть там кнопочка «Mali». «Mali»? Да. «Mali», то есть гей. Да. Понятно. Понятно. Люблю крутые тачки, шикарные бары, лучшие рестораны. Ну, я не уверен. Там по квесту надо было с гейм познакомиться. По квесту, да, с гейм надо было, а там... Шпилевили. Ну, еще и этот красивый секретный любовь. Шпилевили хуй в квартире. Бибас, секьюрика. Сейчас, конечно, где мистер Лупит найдете. И мисс все понятно, не очень хороший. Классическая танцовщица, звезда фильма для взрослых. Пизда. Мистер Лупит, мисс, понятно. Нет на свете шеста, которая не смогла бы осознать. Я. Шеста? Шеста. Здравствуй. Фак, бой! Ах ты, сукин сын, блядь. Понятно, нахуй. Ебать, не получилось. Так, ну... Блин. Ёбаное достижение, блядь. Оскар Уайлд. Мистер Лупи! Братская машина. А как у тебя бичевин у тебя называется машина? Бичиндок. А, бичиндок? Пидвич называется. Пидвичдок. Пидвичим. Погоди, разве ты этой хуйней не занимался? Чем? Ну, так, выставляя машины и в поисках нужной хуйни. Титес! За Фрименом, блядь. Ну, блядь, за Фрименом. Он стоит, бошку чешет. Блин, почему я не могу пойти похавать в кафешке, где Влад... Говешки. ...обычно сидел? Комрад бар. Я хочу в комрад бар. Согласен. Там бар мой прикольный. С ним можно поболтать. О, мистер Лупи. Стоять. Бояться. Какая классная машина. Мне друг предложил GTA 3. Короче. Заменить модельку амбулансе на модельку газельки, маршрутки. Вот. Так это же... Не, он высказал идею, что это было бы круто. А я теперь хочу это воплотить. Жестко. Как звали челика, с которым мы в GTA 5 играли? Кореш. У него, по-моему, Фриман был на рядом с цитаделью на улице полно страж. Вообще, Ника 98 рос. Есть. Мой друг. Ну да, Кирилл. Я одно время был уверен, что это что-то. Это Кирилл. Нет, два раза человек. Это оказался соленый дед. Так, ну осталось... Было заинтересно. Из-за подъема. Значит,
Инкассатор и автобус. Московский вентиляторный завод. Да. Так, бля. У Брюси это ж побочки с ним несли? Да нет. Он у нас основной. Я не помню. Где ему тачки возить? Ну, а ну где тачки по интернету возить, это побочки с ним. Правда, я не помню, что это вообще дает. Никому не нужно. Ну, успех в банде Брюси. Там Брюси такие одинаковые ходят, поэтому по бедным районам. Привет. Вроде где-то здесь. Это не факт. Нет, здесь вроде. Прикольно. А, или он спавнился в этом. На свалке. Ну, ладно, по крайней мере, он должен тут ездить просто. Кстати, снова скопировали. Вот он. Вот так быстро исполнился автобус. Пизда. Быстро? Да, быстро. Моментально. Понял. Бронин так. Кстати, разве разработчики Флэра на Battleground не могут подать автору на свою идею и запретить кто-то из других игр? А я не знаю, как это работает. Вот некоторые что-то могут запретить, а вот некоторые не могут. Кстати, кребяка в GTA 3 на радио по Retro FM играет саундтрек из Бетонского Шрама. Я так понимаю, почти полный саундтрек. Охуеть. Минус 3. Pushing to the limit? Да. Прикольно. Мне казалось, сам Vice City. Vice City нет его. Знаю, что в Vice City есть обычно Майкл Джексон. Ну, Майкл Джексон, да, там. Да, там есть Майкл Джексон. Ну это знает даже тот, кто не играл в Vice City. Ну, кстати, я не знал. Но мне... Потому что не играл. Да, не знаю. Михаил крышит. Что? Я не играю, почему в Black Desert? Там же майнеры. Там же майнеры стоят. А, все знают, что там стоят майнеры. То есть на моем компьютере кто-то будет майнить биткоины, а я не хочу. Зачем кому-то майнить на моем? Вот, к примеру, человек, который... Ну, так я вообще не верю. Попался на эту ловушку биткоинов. Где инкассатор, интересно? Почему ты? Лаунчер. Станем здесь. Yeah.
Звезды мне не скоро дадут. Гранату бы себе кинуть, конечно. Не надо так делать, пожалуйста. Пиздец, блин. Все, на бас отписка. Бастед. Бастед. Бастед, это ты? Та-да-да-да-да-да, пидарас. Водка. Пиво. Я себе не слышал этот мужской навигатор. Там я. Очень красивый. Да блять, пропусти меня, ёлдак. Ну так ебан. Если индустров толк колесом, это как он руками вертся? Там у меня колеса вертелись. Хорошо. Ёб твою мать. Где можно найти инкассов? В чем прикол? Так. Или все вредно. На мосту такое ощущение, что самые глупые и вредные штаты собираются. Ужас. Все, кстати, вперед пролезть, постоянно машины все мяты. Бога, мы вроде прошли день, да? Борода. Что? Вроде прошли день, да? Сейчас меня звук отлагает от Half-Life, от закрыть программу. Что в инвентаре нельзя? Еще разок, пожалуйста, серьезно. Летать? На чем? Не знаю. На жопе. На чем ты хочешь там летать? На самолетах? Их еще не построили в то время. Там маги еще живы? Нет. Что? На магии. Ну посерьезнее, пожалуйста. На ком? На грифонах. Ну да, вот. На вертолетах. Грифоны, да. Крылья, может, какие-нибудь магические. Крылья магические. Нельзя? Ну нельзя же, да. Ну там как бы как такового open world нету, ты же понимаешь. Там переход между локациями. Прогружаемый. Да, кстати. Там переход между локациями прогружаемый. Там как бы карта мира есть, но она из локаций. Ну как бы это хуёво. Почему? Ну посерьезнее, пожалуйста. Ну почему? Ну только open world. Open world, все ясно. Все ясно, Open World, я понял тебя. Все, мятеж, мятеж, мятеж. Какая это... Что? Вот это взрыв красивый. Сейчас подойду. Сейчас подойдешь? Куда? Не надо. Что насчет Айон, ты думаешь? Айон? Это мой рута, что ли? То, что Mail.ru? Разве это Mail.ru? А кто? Не, я не понимаю. А кто? Скажу.
Если она в лаунчере Mail.ru. Айо. Нет, это апогей. Запасной шляп. Она у Сатана была? Там... Фиаско. Блять, фиаско нахуй, это скрипт, который не загрузился. Пизда. Просто игра крашится. Сука. Проверь целостность кэша. Что? Что? Это... Серьезнее. Это плагин. Плагин. И что теперь? Танцевать? Что? Рекуренс. Что? Вопрос изначально был, что я думаю об Ion? Да. Ну, я считаю, что это ММО игра. ММО игра? ММО. РПГ. Угу, хорошо. А что еще вы можете сказать интересного, кроме того, что я уже знал? Сейчас. 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 Сюда. Сюда. Сейчас. Сейчас. Все машины исчезли в том направлении, в котором мне надо угнать машину. Сейчас. О, у меня одна машина появилась. В том направлении, в котором стена. Если точнее, то потолок. Сейчас. Сейчас. Значит, хорошо. Значит, хорошо. Что я думаю об Ион? Начнем. Только что позвонил Роману, чтобы получить миссию. Он ничего мне не сказал и перезвонил сразу же. Начнем, пожалуй. Тупый. Значит, Ion. Корейский Ion. От английского Ion. Компьютерная игра в жанре MMORPG, разработанная NCSoft, сочетающая в себе PvP и PvE в мире фэнтези. Тебе интересно, что такое фэнтези? Угу. Не прикол. Фэнтези? Хорошо, идем дальше. Фэнтези. Жанр современного искусства, основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов. Угу. Продолжаем? Угу. Тролли. В интернете. Это шведское слово, между прочим. Да. Тролл. Очарование, колдовство. Сверхъестественное существо из скандинавской мифологии. Ой. Значит, все. Тролли часто фигурируют в фэнтези-литературе, обычно в смеси с образами огров и йотунов. Кто такие йотуны, почитаем. Ебаться в телевизор. Тоже это. Ебаться в телевизор. От древнескандинавского йотун обозначает обжора. О, обжора. Как тебе такой прикол? М? Угу. Список великанов-йотунов. Бауги. Вован. В принципе, да. Даже ты тут есть. Хорошо, продолжай. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Немножко. Очень хорошо. Очень хорошо. Тебе хорошо? Ну и мне хорошо. Я думаю, мы на этом закончим. Про скандинавские приколы всякие там. Типа... Там как бы летать можно. Где? А Йоне. Ну, еще скажи, что на самолете. На грифоне. War Thunder тоже летать будет. Ну, можно. Но тоже не кстати, играть. Точно, War Thunder тоже можно играть. Да, там тоже можно играть. Раз. Так, а War Thunder это чья игра? Самое интересное — реалистичные миссии запускать. Я полностью согласен. Фантастика просто по интересности. Тебе тоже нравится это? В реалистичные миссии играть? Это очень реалистично и интересно. Чувак, блин, а может быть в Антарктиду? Когда мы в 20 летели, не пойми куда и развернулись. Антарктиду?
Может, в Ван Трудер полетаем? Это еще интереснее, чем Overwatch, кстати. 11 файлов не прошли. Когда проверку. Каких-то негров, а они потом это героями становятся. Это очень интересная игра, да. Очень хорошо. Ёб твою мать, блять! Пизда. Слушай, у нас... Да, может быть, ты это... В танке попасть. Мощна, блять.